Проверку работ по благоустройству территории глава начал с центральной улицы города. Отметил, что необходимо завершить окос травы. Сейчас прошли, посмотрели наш городской бульвар, территорию озера Стахановского, везде чистота, порядок, вопросов, как в принципе, как таковых нет. Наша задача сейчас максимально упереться на комплексное благоустройство, ремонт дорог и установка детских площадок, чтобы за лето все успеть и еще больше благоустроенных дворов появилось в нашем городе. Далее маршрут прошел через улицу Крыжановского. На дворовой территории дома 22 глава города дал распоряжение соответствующим службам завершить комплексное благоустройство двора, покрасить заборы. А возле дома номер 3 на Чкалова необходимо асфальтировать стоянку, разъезды у контейнерной площадки и расширить дорожное полотно. Вот на углу, вот где столб стоит, Саша, наверное, скорее всего, придется столб вот там двигать, убирать сюда чуть-чуть. Потому что там беда, что творится в том углу. Ну там 90 градусов, и он прям вообще прям совсем. То есть там нужно будет выдергивать столб, передвигать и обрезать край грунта, да. Ну то есть закруглять его больше из 90, потому что там разъехаться. Ну это ориентир сентябрь. Большое внимание Денис Семенов уделил решению вопросов, поступивших на горячую линию главы, обращениям и жалобам жителей. На улице Чкалова, во дворе дома номер 1, проблема со стоками. Вода во время дождя ручьями течет на детскую площадку. В детском садике номер 41 износился сливной колодец, в который происходит водоотведение из кухонного блока. Ореховский автобус не останавливается на остановке «Белый мох», потому что там нет остановочного павильона. Автобус будет останавливаться уже? Конечно. Уже будет, да? Но с ними решен вопрос. А что с ними решать? Это же не новая остановка, она была в реестре. А. Просто они сейчас технически не могли здесь остановиться. А теперь будут вот карман за себя заезжать? Да, вокзал в курсе, что все делается. Понятно, надо будет закончено еще раз. Знак тогда, расписание будет, да? Денис Олегович проверил, как идут работы по комплексному благоустройству двора на улице Горького. В данный момент рабочие делают пешеходные дорожки, готовятся к асфальтированию стоянок, демонтажу старого освещения. Тогда вытаскивайте вот эти опоры, вытаскивайте железяки. Вот. И у нас еще подходные пути к детской площадке должны быть. Три подхода нужно сделать. Один подход нужно сделать вот отсюда, маленький, прям вот так к этому тротуару. Сейчас ты бордюр поставишь, там будешь снимать уже. Один подход отсюда нужно сделать, один подход оттуда нужно сделать. Все хорошо. Вместе с подрядчиком глава города посмотрел, на каком этапе находится процесс строительства дороги к ветеринарной клинике. Одно из самых главных на этой неделе приступили к самой проблемной, наверное, проезжей части – это дорога к ветеринарной клинике, от улицы Островского. Сейчас там проводятся работы, и тоже в ближайшее время она будет заасфальтирована, и будет самый настоящий хороший подъезд к этому месту, по которому было большое количество просьб ремонта от жителей, проживающих там в домах. Подводя итоги рабочего обхода, Денис Олегович отметил, что работа идет большая, и трудно не заметить всех изменений, происходящих в городе. В городе хорошо, чисто, красиво, уютно. Впереди стоят перед нами большие планы задачи по комплексному благоустройству 7 дворовых территорий. Один двор мы уже по Горького 26, 27, 28, 31 разобрали. Сейчас там ведутся ремонтные работы. Планируем, что до конца этой недели завершится асфальтирование силами Мосавтодора центральной улицы Советская. Также уже сделаны все подготовительные работы к асфальтированию по улице Невского, Пушкина, улице Классона. В ближайшее время там тоже начнется асфальтирование уже проездов. И наша задача следить за чистотой, порядком мест пребывания граждан.